Здравствуйте, меня зовут Екатерина Платко, я мама годовалого сына. Также я основатель благотворительного фонда Red Nose, красные носики. Недавно я заняла 3-е место на конкурсе «Миссис Вселенная» 2014. Вот. Я бы хотела с вами поделиться тем, что радует меня в йоге. Я занимаюсь уже несколько лет хатха-йогой. Дозанималась до такой степени, что вот лечу через месяц в Индию и буду учиться уже непосредственно преподавателя, так что буду преподавать в следующем году. Что же йога дает мне лично? В нашем ритме, в суете московской, вот, очень сложно сбалансировать свой ум и балансировать свое тело. Поэтому как бы примерно 2-3 раза в неделю я регулярно занимаюсь йогой с учителем, что дает мне, конечно, потрясающую энергию, потрясающий заряд. И еще очень важно для меня, что я могу с помощью йоги тянуть свое тело, потому что у меня есть огромная потребность в том, чтобы я тянула свои мышцы. Вот, потому что когда они растянуты, то есть открыты все чакры, как бы так сказать, духовным языком. Вот, поэтому хатха-йога для меня является такой источником, наверное, энергии и одной из самых главных линий моей жизни. Я бы хотела вам показать небольшой такой комплекс упражнений, который влияет на наш пресс, потому что для женщин это очень важно. Вот я, так как год назад я родила сына, и для меня очень важно было бы вернуть свой животик на место. Вот. И также будет небольшая растяжечка для нашего всего тела, что тоже даст вам большую пользу. Вот, я начну с планки. Планка очень сильно тонизирует наш пресс. Она очень простая в исполнении. Главное, чтобы ваша спинка была прямая и поясничка, то есть была как одна такая линия. И максимально нужно удерживать это положение. Всегда вы почувствуете напряжение. Чем больше напряжения, тем больше работает ваш пресс. Тем больше будут ваши кубики. Когда-то, лет 10 назад, я преподавала аэробику. У нас тоже было такое упражнение. Оно очень популярное во всем. Из этого положения очень удобно выйти на руки. И мы подносим правую коленочку к левому локтю. Вот так. Напряжение увеличивается, тонус увеличивается. Также потом левую коленочку к правому локтю, диагональ. Я прям чувствую, как у меня кровь приливает к лицу. Напряжено все, значит, я жива. Это хорошие новости. Дальше мы продолжаем планочку. И также можно еще посмотреть такие упражнения. Ножки прямые. Это тоже непросто. Напрягается не только пресс, но и задняя поверхность бедра. Очень приятное ощущение. Ручки прямо, ножки прямо. И удерживаем максимальное количество секунд. Это непросто, но это возможно. Ноги трясутся. Значит, мы работаем примерно так. Вообще очень важно тянуться между каждой асаной. Я всегда тянусь, потому что для меня это наркотик. Всевозможные мышцы, раскрываем бедрышки. Любое положение йоги, которое вы бы не приняли, все нужно обязательно ягодички вот так вот вытаскивать. И седалищными костями опираться в пол. Это одно из самых важных. Давайте потянем ножки, бока, спинку. Опа. Перейдем на другую сторону. И перейдем прямо до возможной линии. У каждого свои ресурсы. Важно чувствовать себя и не изнурять сильно, чтобы было все в удовольствии. И с помощью этого комплекса вы можете всегда выглядеть свеженькими, замечательными, подтянутыми. И чтобы познакомиться, хотя бы даже приблизиться к йоге, вы можете просто зайти на замечательный ресурс, который называется dayoga.ru, и познакомиться с нашими замечательными преподавателями, йога-инструкторами и насладиться их присутствием в вашей жизни.